Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, забираем свои ежедневные награды. Так, дальше что у нас по расписанию-то идет? А дальше у нас идет прокачка. Мутагена нет, значит никакой прокачки. Здоровски, что я тебе могу сказать. Тогда мы делаем хитрый ход. Мы будем с тобой прокачивать Донателло. Да-да, именно того самого, ролевого. И нам нужно два джойстика. Так что давай попробуем найти. Крюк кошка. Ага, джойстик один выпал. Здесь мы промахнулись. Так, а здесь мало шансов. Вот мне кажется, здесь лучше фармить джойстик, потому что здесь меньше всего предметов. Вот он, выпал. Так, но это еще не все. Нам нужно трое наушников. Трое наушников. Как всегда, будет выпадать колпа? Нет, смотри-ка, выпадают наушники, как ни странно. И последний, будьте добры. Отлично. Так, значит, нам теперь не хватает с тобой 8 пультов. 8 пультов от телевизора, насколько я помню. Так, это 2. 3, кстати, у нас с тобой. А телепорты-то, точнее. Да, телепорты у нас с тобой заканчиваются. Вот что тебе хочу сказать. И нам нужно будет их прикупить в ближайшее время. Так, пройти серию испытаний, открыть колоду. Что еще? Открыть колоду. Давай мы с тобой, наверное, это сделаем. И выпадает нам там кто? Железная голова. Я его не узнал, если честно. Так, здесь забираем награду. Поднять уровень персонажа и пройти серию испытаний. Ну что, давай пробежимся по серии испытаний. Хотя, подожди-ка, если я сделаю вот так. Во, так будет даже интереснее. Ну, во-первых, ребята, здесь всего лишь одна битва, одна схватка. То есть не надо нам две волны проходить. Ну, а во-вторых, все-таки это черепашки. Да-да-да, классика. Классика никогда не стареет. Единственное, что вот у меня нету массовой атаки, и у Шреддера нету. Слушай, а мы тут с тобой не взлетим сейчас на воздух, а? Нет, у Армагона, слава богу, есть атака. Бамс. В плане. Это что за выкрутас такие, я не понял. Так, Лео. Валяться. Так, Рафаэль, чтобы не хилялся, тоже падай. И остается Донателло. Выпускает шар. Слушай, мне не нравится, сколько здоровья у моего Усаги. Меня это совсем не устраивает. Надо как-то хиляться или что-то из этого делать. Далеко мы так с тобой не уйдем. Так, ну что, мы прошли с тобой серию испытаний. Здесь забираем награду и поднять уровень персонажа. Так, ну для начала мутагена у нас очень мало, если честно. 4700. Ну-ка, Донни. А тут нужна пятерочка. Хм. Да быть такого не может. Махман, ну-ка, а ты? 4900. Ну что, они мне не оставляют выбора. Нужно идти на арену. Так, здесь я все получил. Все. Все здесь заработано. Так, турнирная арена. Мы с тобой в Лиге Мастеров 2 звезды, ранг 95. Все-таки меня скинули. Причем прилично. Так что давай я обратно с тобой подниматься. Так, возьмем Супер Шреддера плюс Леонардо. И вместе с ним пойдет у нас вот эта вот троечка. Как раз вместе с Донателло. Причем самое удивительное, что Донателло-то у нас слабо прокачанный. Может быть, нам все-таки Донателло Космос прокачивать? Что скажете, ребята? Пишите в комментах, кого лучше, Донателло Ролевого или все-таки Донателло Космос. В плане, подожди, это что я такое сделал-то? А как? Подожди, а что я не сделал, ребята? Я что-то заговорился, как всегда, да? Я, как всегда, заговорился и что-то пропустил. Все, я понял. Вместо того, чтобы сделать Леонардо, по-моему, массовую атаку, я просто-напросто ее пропустил и сделал обычный удар. Молодец, красавчик Рэй. Вот так и начинай дальше. И все будет тебе, как говорится, хорошо. Ой, тупанул. Да, ребята, что-то я задумался и, видимо, сфейлил. Вот так вот. А задумался я над тем, что кого мы с тобой качаем. Что-то не похоже, что это был у нас именно Донателло Ролевой. Судя по тому, что на нем было найдено,
Нет, я, конечно, не возражаю, можно его прокачивать, но тогда надо будет и уровень ему качать соответствующий, да? Ладно, мы над этим подумаем. А вы пишите в комментариях. Потому что все-таки от вас здесь больше зависит, чем от меня. Я могу выбрать любого, а вот вы кого захотите, точнее большинство, тот у нас, как говорится, на прокачку и пойдет. Так, ну что, давай, Шреддер, в откат. Берем с тобой Усаги. Пока будем своими силами, по возможности. Раз, два, три. Но не забывай, что нам нужно попытаться сегодня попасть в топчик. Почему? Потому что, ребята, сегодня у нас пятница, а завтра суббота. В воскресенье, в понедельник я, к сожалению, работаю, поэтому буста, скорее всего, не будет. Да, не будет. Или будет, но это уже будет не буст, потому что я приду очень поздно с работы. А вы знаете, что у нас откат проходит где-то в 3-4 часа, а приду я в 11. С одной стороны, это, конечно, плохо, но с другой стороны, не получится буст, но зато уже кто-то устаканится на своих определенных местах. И это уже будет, как бы тебе сказать, небольшой прорыв, можно так выразиться, да? То есть мы как бы будем пробиваться уже через закрепленные места. От этого, конечно, становится сложнее, но в то же время и интереснее. Так, ну что ж, давайте с тобой сделаем опять же Шреддер со своими шипами. Окей. Бросаем валун. И все. Так, а сегодня у нас с тобой, по-моему, никаких событий нет. Вру. Вру, сегодня пятница, а значит, у нас все откатилось. И платиновое событие, да, и все остальное. Значит, сегодня будем там тусоваться. По максималке попробуем сегодня все выжать. Так, вот, Лига Мастеров. Давай сюда, потом сюда. Так. Друзья мои, на втором канале сегодня выйдет серия по Мстителям. Начинается у нас новая глава, Черная Пантера, Защита Ваканды. Так что если кто-то интересуется комиксами, да, и нравится именно серии по Марвел, то заходите, смотрите. И также сегодня там выйдет еще одна новенькая игра, которая вышла, это про крыс, которые воюют с жабами. Ну и, наверное, в дальнейшем все-таки я запилякаю серию по Gears of War 4. Мне просто самому хочется в нее поиграть, если честно. Я знаю, что многие из вас уже давным-давно ее смотрели, а может быть, даже кому-то и не нравится серия этих игр. Но на моем счету я прошел первую часть, прошел пятую часть, прошел Gears of Tactics. Вторую и третью не прошел, потому что, ребята, они на консолях. По-моему, если не ошибаюсь, на Xbox старой версии, которой у меня нету. А так бы я с удовольствием и там бы поиграл. Пробовал, короче, на эмуляторе, но там такая графика желает лучшего. Поэтому, как бы, которые возможности были у меня проиграть игры, те, конечно же, я прошел. Так, ну что, давай мы с тобой раз, два, три. Погнали. К тому же, насколько я знаю, если новости не врут, то Gears of 6 выходит в следующем году. Так что все нормально. Так же, как и Рагнарок от God of War. Тыдыч. Ну что же, тут все отлично, ребята. Мы с вами идем очень великолепно. За исключением, конечно, самого первого поединка, где я просто задумался и, ну, сплоховал. Так уж и быть, скажем правду, сплоховал. Оправдания мне нету. Кстати, 127 монет мы с тобой сможем сейчас купить 3 ДНК, и ты сам знаешь, на кого мы их будем брать. Так, давай обновляй. Вот, 17-24. Мне просто нужен именно этот предел, ребят, 17-24. 17-23 меня уже не устраивает по всем канонам. Блин, самое обидное, что у нас с тобой запоролись записи игры Черепашки-ниндзя Силы Порталов. Я, конечно, попробую когда-нибудь в свободное время дойти до того момента, где мы с тобой остановились, но у меня еще очень много игр висит. Про котов, Защитников и Фермеров, которые выходят у нас на втором канале, тоже сейвы пропали. Ламентум, про нашего, как тебе даже сказать-то, я даже не знаю про кого. Ну, про нашего чувачка, который ищет свою жену,
в офигенном замке, который наполнен потусторонними, так сказать, вещами. В общем, там тоже сейвы слетели. Мне нужно будет пройти до определенного момента, потому что люди просят: Рэй, продолжи. Я, конечно, продолжу, ребят, но ведь все нужно время. И за всем за этим не успеть. Так, ты видишь, плюс ко всему прочему, хочу, не знаю, ребята, наверное, на этом канале сделать рубрику такую, потому что мы с вами вот играем в определенные игры, да? У нас как бы есть. Немножечко добавляем с тобой новые, да? Чисто разбавить. А я хочу, наверное, сделать такую рубрику, что новинки. Вот как только какие-то новые игры у нас выходят на андроиде, мы их просто с тобой обозреваем. Я не обязательно, чтобы я их в них играл, а просто, чтобы они были как бы, ну... Человек, например, заходит, да, ему интересна игра новая, которая вышла, но он не знает, что она из себя представляет. И он просто заходит и смотрит. И смотрит, как говорится, какой там геймплей, что она из себя представляет. Вот я хочу такую рубрику сделать, не знаю, ребята, нравится она вам или нет, можете об этом написать в комментариях, а я уже, как говорится, ближе к делу об этом подумаю уже конкретненько. Просто, опять же, время, все время. Это, как говорится, не в отпуске, да? И не на пенсии. А ты, извини меня, и работаешь, и у тебя еще есть дела, семья и тому подобное. И за всем за этим нужно успевать. Как ни странно. Так, ну что, ребята, все пока идет у нас отлично. А мы уже переходим с тобой на Лигу Мастеров 3 звезды. А вот сможем в плане. Погоди-ка, у нас было 99 место, да? Мы прошли с тобой целый поединок, и я оказался на соточке. Вы что, издеваетесь надо мной? Как такое может быть? Чё-то вы здесь, по-моему, уже хитрите. Мне так лично кажется, что они хитрят. Такого быть не может. Ладно, давай посмотрим. Шипы, естественно. Так, отлично. Теперь полетел валун. И все, им крышка. Блин, ну почему так мало пролетел ступенек? Извините меня, одну всего лишь выходит. Ну-ка. 88-я. Ну сейчас 12. 12 ступенек, отличный результат. А почему там все так плохо было, а? Так, ну что, Армагон, как всегда, с Супер Шреддером вместе в компании. Я сейчас, наверное, буду брать Супер Шреддера с кем-нибудь другим. Ну, я имею в виду в плане того, что отыгрывать будем кого-то другого. Там же у нас есть и Джастин, там у нас есть и Железноголовый. И я думаю, Супер Шреддер, в принципе, может вместе с ними довольно неплохо сыграть. Так, ну что, здесь идеальная победа, как ты понимаешь. Ну, и заодно мы с тобой, естественно, прибережем наши кубки. Ой, кубки. Откаты, конечно же. Наши откатики. Так, ну что, здесь возьмем, наверное, вот эту команду. Супер Шреддер здесь пойдет с Рафаэлем. С Ваней. Так, погодите вы. Ну давай вот так вот возьмем. 61 уровень, правда, очень опасно их брать с собой было. Но опять же, Супер Шреддер, если повесит на всех постепенный урон, то спасения им не будет. А он так и делает. Поэтому мы возьмем с тобой еще здесь провокацию, чтобы мало ли что-то пошло не так, видишь. Слушай, интересно, как это Сплинтер выжил вместе с Донателло? Ну ладно, Донни. Но Сплинтер-то как? Это интересно. Это очень интересно. У Сплинтера-то откуда такая живучесть вдруг появилась? Донателло мы знаем всегда, у него живучесть офигенная. Поэтому то, что он там выжил при отравлении, это нормально. Так, ну что у нас тут? Давай, наверное, возьмем вот эту вот командочку с тобой. Супер Шреддер плюс... Раз, два, три, четыре. Но тут все будет четенько. Сейчас Зэк бросит свою бомбочку. Потом, наверное... А, нет, вначале Майки ходит. Майки делает, конечно же, свой танец. Супер-пупер. Дальше бросаем бомбочку. После выкладываемся в шипы. И, наверное, все? Нет. А вот теперь все. Бакстер сток он своих маузеров вызвал, и все отлично. Погнали. Слушай, мы с тобой перейдем.
перейдем сегодня в топчик. Это я тебе точно говорю. Все идет именно к этому. Так, давай-ка раз. Нет, не надо. Два, три, четыре, пять. То есть еще один удачный будет поединок у нас. Поехали. Как многие пишут из вас мне в комментариях, то что Супер Шреддер все-таки самый сильный персонаж в этой игре. И, наверное, я с этим соглашусь, хоть у меня не все прокачаны еще, да, персонажи по максималке. Но судя по тому, что он вытворяет, вы что делаете? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Так, они меня сейчас могут уничтожить. Рокзару, бедолага ты мой. Держись. Что же они с тобой сделали, а? Так, провокация. Берем провокацию. Вот так вот. Рокзар там еле на ногах стоит, так смотри. Так, давай-ка супер отхил с тобой врубим. Так. Теперь надо Эйприл, наверное, тут валить все-таки. Окей. А здесь теперь. Слушай, попробуем слэша, наверное, пробить. Или... Нет, слэша все-таки. Ай-яй-яй. А вот так если? Чтоб тебе, а? Ну. И добивка. Ребята, нифига себе. Чуть Рокзара не потеряли, а из-за него практически потом всех чуть не подставили. Понимаешь, в чем дело? Да, слабину-то мы чуть с собой здесь не дали. 40-е место. Ну что, возьмем, наверное, вот этих вот ребят. Как ты понимаешь, у меня закончились уже резервы, поэтому придется брать тех, кто остался. Естественно, придется тратить по 2 отката. Это на Супер Шреддера и на нашего Армагона. Другого варианта здесь нету. Так, постепеночка. Кого-то даже уже убрала. Это там, наверное, кто-нибудь из Микеланджело был. Обычно он всегда лезет первый в драку. Поэтому он всегда первым погибает, если на нем висит постепенный урон. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. И у нас 27 место. Вот так вот. Вот такие мы с тобой делаем вещи. Раз, два, три, четыре, пять. Тут, в принципе, не имеет значения, кто пойдет там уже паровозом у нас. Они все равно все выживут. Посмотри, какие у Леонардо глаза. На выкате. Кто-то мне писал в комментариях, Рэй, когда Ванька стреляет из пулемета, у него глаза наружу лезут. Да, я тоже это в свое время тогда еще заметил. Как будто он кое-что хочет. Ну что, мы с тобой перемещаемся на 18-ю позицию, как ни странно. Ладно. Раз, два. 18-я позиция, это сколько еще получается нам с тобой нужно поединков? 2? Если брать по десятке, то 2. Ну-ка. Ну почти, вот ты смотри, видишь, Бибоп, он постоянно выдерживает удар именно от Супер Шреддера. Я не знаю, с чем это связано. Действительно, у него, скорее всего, какой-то есть резист, то есть сопротивляемость. Так, ну что, смотрим, какое у нас место. Наверное, так, я думаю, 8-е, 7-е, 6-е даже. Тем паче. И последний у нас поединок. Возьмем вот этих вот гаврюш. Так, секунду, раз, два, три. Погнали. Ну что, хлопчики, вам кобзда, как говорится. Тут уже вас ничего не спасет. Ну что, друзья, мы прошли с вами арену. Естественно, немножечко подзаработали мутагена. Значит, мы с тобой сможем прокачать кое-что. Ну а теперь мы отправляемся куда? Отправляемся с тобой вот сюда. Черепашья буря. Так, ну я однозначно его буду проходить, потому что здесь $60 сразу накидывают.
Так что вы уж извините, ребята, но пройти надо. Погнали. Тут, по-моему, сколько у нас? Три, да, будет? Три эпизода, по-моему, так. Угу. Не буду я пока здесь ничего тратить. Мы и так справимся. Минус Лео. Ну-ка. Ага, тогда волну выпускаем. Рафаэльчик выжил каким-то чудом. Так, переходим с тобой на вторую волну. Здесь у нас черепашки фильм. Ну-ка попробуем сделать так. Вау, с удара. Тоже с удара. Ну, 60 уровень, сам понимаешь, да? Ну, здесь выжил. На тебе. Пич. В челюсть таким кастетом золотым. Я манал получить. Все. Переходим на третью. Здесь у нас ролевые черепашки. И... на тебе. Маузер вызовем. Так будет проще и быстрее. Минус Лео и минус Рафаэль. И у нас последняя волна здесь. Так, давай, наверное, вот сделаем с тобой супер шипы. Все. Смотри, мы с тобой как с куста получаем 60 долларов. Ну и 3 серебряных осколка. Серебряные осколки, в принципе, нам уже не понадобятся вообще никуда. А вот то, что 60 баксов, это, конечно, круто. Так, а здесь у нас с тобой, смотри, Донателло. Хм, Донателло. И 75 жетонов. Поехали. Это тоже нам все нужно. Но уровень, как ты видишь, уже 70-й у противников. Опять же 4 волны. Все так легко не будет. Допустим. Так, вырубим мы его или нет, Лео? Тыч, нет, не вырубили. Сейчас вот гасанем. Майки усиляет. Рафаэль, наверное, сейчас будет хилять. Скорее всего, нет. Если мы успеем его... Ну-ка. Не успели, Ваня, давай. Четко. Так, Донни тут что-то прыгает. Майки-то выпендривается. А у них еще ускорение стоит. Не понадобится. Да, вот этот, да, крепкий жук. Ну, все. Переходим на вторую волну, смотрим, что у нас здесь. Ролевики. Ну, ясен перец, надо Донни здесь. Тыч. Вот Зэк в этом плане, конечно, крут. Вот у него именно этот выстрел из пальца как-то уже больно мощно бомбит. Так, Рафаэль упал, и остается Леонардо. Волну. Ничего себе. Успел все-таки запустить волну. Так, добиваем. Оригиналы. Угу. Ну, здесь бросим бомбочку для начала. Так, замедляха сработала. И давай супер шипы. Добивка. В плане, не понял. На тебе. У него была отложена смерть. Ну что, а здесь черепашки видения. Раз, нахлобучиваем. Ну, заблокировали, фиг с ним. Так, уничтожаем. Попробуем так накрыть. Ну, половина здоровья и волна. Плюс пулеметная дробь. А здесь, кстати, у Ванька почему-то глаза были нормально. Не знаю, почему раньше так все происходило. Ну что, 75 жетонов, 15 бакинских. Я считаю, что круто. И последнее. 100 жетонов, ребята, и Леонардо видение. Но вопрос в том, сможем ли мы пройти. И я все-таки попытаюсь. Только вместо Зэка... Подожди-ка. Или вместо Рокзара, или вместо Зэка мы брали с тобой Криса Брэдфорда. Это я точно помню. И здесь 6 волн. Ничего себе ты. Так, естественно, ребят, сразу врубаем отхил. Моментально. Провокацию я пока брать не хочу. Я думаю, что это ни к чему. Твою налево понижает, да? Понижает атаку, естественно. Ну что же, мы с тобой делаем баф. Провокацию берет Леонардо. Защиту. Ох, вы жуки навозные. Это посмотри.
Хорошо, я смотрю, устроились-то, ребятушки, ну-ка. Так, один довыпендривался. Они так и хотят Криса мне все-таки ушатать, а? Ты посмотри. Так, сейчас будет этот ходить, да, партизан? Зря клинки я на него потратил, конечно, зря. Слушай, неужели мне придется брать провокацию? Так, минус. Твою дивизию, ребята, мы потеряли уже с тобой Криса Брэдфорда. Есть ли смысл дальше играть, я не знаю. Ладно, попробуем пройти без него, да? Нам, в принципе, там фарм не нужен. Нам нужно получить приз. Главный, сладкий, вкусный. Допустим. Так, накроем мы его или нет? Так, тогда волна смертельная. Чё ты делаешь-то? Да ё-моё, ещё и Розар мы потеряем, по ходу дела, да? Так, я надеюсь, что все-таки постепенно урон его уничтожит. Ну, Ванюша, давай. Так, переходим с тобой на четвертую волну. Здесь оригиналы. Давай врубим хил. Так, ударим. Блин, как делать-то лучше? Замедляшка, надеюсь, работает. Сработало. Так, добьем его. Ну, Рокзара мы 100% потеряли. Вот чувствую я. Сейчас его ушатают, ребят. И мы с тобой останемся в меньшинстве. Так, пробьем, интересно или нет? Пробиваем пока. Давай маузеров теперь. А у этого что там, я не понял, было? Отложенная смерть, что ли? Точно. Пятая волна. Здесь у нас черепашки видения. Мы в меньшинстве. А в конце, по-моему, будет космос, да? Черепашки космос, насколько я помню. В инвиз уходит. Тьфу ты. Давай, давай, уходи. А я вот так вот сделаю. На тебе. Ушатаем? Да. И черепашки космос, по-моему, здесь должны нас встречать. Точно, вот они. Поехали, ребята. И никого не заразили? Зашибись. Так, Ванька, держись, родной. Давай свою базуку. Круто. Так, Чомпи. Че, огнем будешь, да? Огнем, конечно, будет. Широдру по барабану. А вот это уже... А, нет. Я думал, что он будет ставить. Так, ну что? Минус. И минус. Ну, друзья мои, мы все равно с вами прошли. Да, я не спорю, конечно, не полным составом. Не все звезды. Но мы здесь с тобой фармить ничего не собирались. А нужны были мне вот именно эти награды. Так что... Все, что я хотел, я получил. Так, ну что, клан Фуд. Стоит ли нам сюда идти, или все-таки, ребята, мы здесь вот дофармим, а? Давай, наверное, дофармим здесь. Зашибись, дофармили, да? О, кожеголовый, кстати, это хорошо, ребята. И у нас еще есть 7 сыра. Ну что, рискнем? Рискнем. Да я к макарю. 35 жетонов. Ну, не получилось, ребят. Так, что у нас тут? Все отлично. Здесь мы хотели кого прокачать? Вот этого, да, парня? Кстати, у нас, блин, у нас пицца-то есть, а у нас мало с тобой этих откатов. Точнее, телепортов. А если я телепорты сейчас все потрачу, это будет беда. Так, Макман, навыки. Ну что, 56 уровень он получил. Мы здесь забираем с тобой награды. И, в принципе, можно заканчивать серию, да, друзья? 587 долларов, 598 мутагена, 15
телепортов. Да. И переходим с тобой в субботу. Там воскресенье и уже будет понедельник. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.